Что с Юнкером? Таким вопросом задались пользователи интернета после того, как в сети появилось видео, на котором глава Еврокомиссии возвращается с праздничного ужина в честь саммита НАТО. На кадрах Юнкер передвигается очень медленно и пошатываясь. Под руки его ведут сразу несколько человек. А в какой-то момент политик едва не падает на идущего рядом Петра Порошенко. Возможно, глава Еврокомиссии просто себя плохо чувствовал, однако мировые СМИ уверены, судя по широкой улыбке политика, Жан-Клод Юнкер просто перебрал.